Перевозка топора завораживает. С таким названием в группе «Бийск типичный» ВКонтакте появилась фотография. Судя по всему, водитель красного отечественного авто дома рубил дрова, а топор положил на крышу автомобиля. И так с ним и уехал. Бичане отметили, чтобы другие дистанцию держали. Автор фото рассказывает, сколько следовали за автомобилем, но острый инструмент даже не упал. Вот так весело бывает в общественном транспорте Бийска. Автобусный концерт устроили пассажиры 35-го маршрута. А некоторые горожане даже подпевали запевалом. Прямо город талантов, отмечают пользователи. А может быть, люди уже знали, что совсем скоро на нашем канале стартует 4-й сезон «Поющего города». И сейчас распевается, чтобы поразить жюри на кастинге телевизионного вокального фестиваля. Бийчанку улыбнуло доброе пожелание на одном из домов города. Девушка отметила, что каждый день гуляет в этом районе со своей собакой. Этот вопрос синей краской написал кто-то из жителей дома на улице Ленинградской. У одних прохожих поднимается настроение, другие считают, что это вандалы, и они портят внешний вид зданий. «Царь с номером» – это видео на канале YouTube стало самым популярным на этой неделе. Почти 5000 просмотров. История произошла на улице Трофимова. Как поясняет бийчанин, ехал он по своей полосе, и тут оно. Это видео возмущенный водитель уже отправил в ГИБДД. Уважаемые бийчане, делитесь и вы своими заметками. Увидели в городе что-то интересное? Снимайте на видео или фотографируйте. Присылайте нам или выкладывайте свои шедевры на наших группах. Бийское телевидение есть в ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Елена Колтачакова при содействии социальных сетей.